Добрый день! В данном видео мы покажем вам процесс дозирования жидкости с помощью перистальтического насос-дозатора МДП-200К с функцией реверса. Дозирование жидкости мы будем производить в емкость модели EMKR-100. Особенность этой емкости заключается в том, что внутри нее установлены датчики уровня, благодаря которым происходит автоматическое включение и выключение дающего насоса. Давайте посмотрим его в работе. Спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания.